Доброе утро. Мы сегодня готовимся, сегодня приедет ко мне двоюродная сестра. Светланка жарит, вот котлеты пожарила, картошечки отварила, супчика сварила. Коляня поедет на автовокзал. Видите, она должна приехать 11:30 с Кривой Рога. Живет она на Карноватке. Светланка кекс сегодня сделала. Посмотрите, какой кекс. Так что ждем сегодня гостей. Ну, скажи, Виля. Она скажи, Виля. А? Виля. Поговори с Вилей, поговори. Виля. И что ты кабачок? Виля, скажи, скажи, Виля. Оп. Я хочу, чтобы люди знали. Все. Теперь груз называется. Слышно? Ты чтоб твердаешь. Да. Ой, за счет такого. Вилечка. Ну, тетя Оля, ну. Что сделал Тимоша? Накакал. Ну, думаю, Тимоша, скажи. Ну, конечно, тут слышно, да. У него уж кубата. Вообще, а ты все разъедешься. А народа полно. Как контролировать? Это сейчас стоячие. Это ужас. Я вам кажу, что я сидела вот так. Я вже ті ноги, у мене коліна ось тут було, шерстя на сидіння, упиралася, я не знала, тут ще дівчина така товстенька. І отак, отак, а потім я вже сиділа і на проход, отак от. Тимоша! Тимош, подійка. Хорошо, розказувала. Ну і що там? А ось це називається супергруз з газети. Значить, ну не бігемоти, ну любі, допустимо, огурці ти береш. Рецепт вказан без тархуна. Ну може за счет тархуна? У мене взагалі не виходить, ну, як камінчики. Тобто ти береш, там на бутильок, ну я вже навчилась робити на літрову баночку. Mm-hmm. На якому ти бутильок не нужен. На дно літрової баночки ти ложиш пару зубчиків просто чеснока і от зонтик, це так написано, зонтик укропа. Вложила огурці, ніяких більше спеціалів, ну я вложу веточку тархуна. Вложила огурці і розвела столову ложку соли отдельно на литр холодной воды. Сахар? Нет. Нет. Ты развела столовую ложку соли на литр холодной воды. Запомнила? Угу. Хорошую такую ложку. Развела и залила у баночку. И желательно поставить, ну, где-то, ну, он там можно даже поставить. То есть я на разножке баночки 3-4 делаю. На 2, на сутки двое написано. Mm-hmm. А огурцы должны хорошо прокислиться. Mm-hmm. То есть сходя пена. Но я ставила раньше на сутки, они были зеленые. Пена, и я уже думала, все. Ага. Мои пробуют, говорят, нет, прокисли двое суток. Вот прям видно, они уже такие, mm-hmm. ну я консервирование с уксусом цвета. То есть вот они в тебе прокислились, пропенились хорошо. Ты пену эту вылила в унитаз. Под краном хорошо промыла в баночке. Угу. Ну, опять вылила, стряхнула хорошо, промыла те огурцы. Угу. И ложишь опять туда столовую ложку соли хорошую с горкой. И заливаешь кипяченой водой горячей из чайника. И закатываешь под металлическую крышку. Все. Угу. Бо моя Саша, це у мене 3-5 баночек. Його племянниці, 3-5 баночок Саші. Остальне вже наше йде. Я в прошлом году 20 таких баночок зробила. То казала, що от треба було все-таки потягнутися і мені взяти. Ну не схотіла тяжесть через плечо. От порішила, що не те. Все, все, більше нічого. Ну, пробуй, но написано, і так і є, стоять по 2 роки. Кришки металічні здуваються, ви не бойтеся. Вода може бути беленькою. Значит, знаешь, и крышка вот металлическая, вот-вот она сейчас, да, и взорвется. Да нет. Ну, и обязательно в холодильник или в подвал. У вас есть подвал? Нет. Ну, нет. Сейчас подвала нет, да. Ну, поэтому все закрываем, кипятим, стерилизуем. И такие рецепты делаем, да? И у нас желание, ты узнаешь, вот такое желание творящее. Ну, хотя бы можно бы сделать тогда пару баночек и поставить, если есть где-то место внизу, или хотя бы одну баночку, чтобы выставить потом людям. Тебе люди должны... Ну, если ты забыла, то я могу повторить. Ну, и обязательно.
Если что, я могу сейчас записать. Я хотела вот, чтобы, ну, записать рецепт. Или газета называется «Вечер». Чи «Добрий вечір», чи мамка її виписувала, як жива була, то я її виписувала, вона читала. І вони називають суперхруст. Тоді малосольні я роблю їсти мінеральною водою. Ой, газірований, утрення роса. Так, швидко. Опять-таки, на літрову баночку. Значить, отак от налила мінералки і кинула дві ложки солі. Зонтик укропа, віточку тархуна, зубчики чеснока. От, вложила огурці. Сверху залила опять мінералкою, вони аж сладкуваті такі, кришки капронової і в холодильник. На третій день можна малосольні огурці їсти. 2 столових ложки на літрову баночку. Тобто налила так чуть-чуть мінералку, бросила укроп, чеснок туди. Ну ладно, ну нет, тархуна нету. От. Огурці зверху, доверху, того, сильно газірована, вона отак стряхнула баночку і в холодильник. На третій день малосольні огурці. Це теж з этой же, тут же ж в этой же статті. Є там таке із яблуком, і хрону. Учора світ, таке от аж пекло, щось таке робилося, таке пекло, мені так плохо. Я не досипаю. Я лягаю в 11, в хату заходжу, в 12 лягаю. Собака мене сьогодні збудила, це хорошо, що їхати до вас. Ну не обідно, бо вона почому привикла? Сергій 5 часов встає, йде бриться і на роботу кожен день. І він, ну, цей взагалі бешений, в нього такий звук, от, ну як у волка, ну голос такий. Вона хоч та друга, хоч така сучка, більш ніжний. Ну вона б'є, ну ті ж, що приходять, вона б'є лапами, а воно ж... Безпризорне, що ли? Да, вона б'є лапами профнастіл. Можеш представити, коли вона б'є лапами профнастіл, що робиться. А цей, отак... Ну видержать. Ну если люди в ночной рубахе выскакивают, ну, ну о чем дальше говорить? Если меня ругают, трех это наша карнаватка, там контингент, мама дорогая, такими матюками выкладывает. Вот. И в итоге что? В итоге, если я не покормлю, то второй сосед выходит, жара, окно настежь. Окно, что здоровое, открыто настежь. А улица-то узенька. От дома. Слышно, что кто во дворе разговаривает. Я же по мобилке, кто звонит, я бегу на своє волшебне стуло во времянку. Ти брала мобілку? Ні. Та хтось дав, хтось визвонював. То в тебе хтось дзвонив? Та надо, я тільки за що переживаю. Вже Віталік? Віталік не позвонив. А от сусідка, як би, мало ли що з хатою. Там же ж проводка. Хто дзвонив? Проводка нікудишня. Хата достроїлася в 53-му году. Уже 70 рівно год скоро хаті. Кажу, Сережа, ти ж електрик. Отдай мячик. Отдай шарик. Доля. Отдай, отдай. А ну, Виля, забирай. Забирай, Виля. Забирай, Вилечка. Давай, играйся. Да, она не понимает, что сделать. Смотри, смотри. Не поймет, как его пробить. Смотри, что делать. Давай, что делать. Давай. Оп, оп. Доля, ты что делаешь? Чудо, она не поймет, как... Опа, все, все. Опа, дай. Опа. Виля, кто первый, кто первый, давай. Долечка первая, дай. Вилечка, не играйся. Смотри, что Доля делает, смотри. А Вилечка только наблюдает. Дай Виле поиграться, Доля. Доля. Смотри, что делать. Боже мой, смотри, что она вытворяет. А Виля только наблюдает. Она не умеет играться, правда, Вилечка? Играйся, Виля, играйся. Чудеса, смотри, что она творит. Доля, что там нашла? А ну отдай Вилле. Вилле дай чуть поиграться, дай. Вилечка, играйся. Доля, не будь такая жадная, дай. Она не поймет, как его прокусить. Смотри, что она делает. Смотри.
Оп, сама подбрасывает, смотри, как она лапами. А ну, Виля, забери ее, забери, забери. Виля умеет. А ну, смотри, не могут поделиться. Смотри, кто первый прокусит? Кто первый прокусит? Виля или Доля? А ну, кто первый, кто первый? Вилечка, а ну покажи Доле, покажи, покажи Доле. А ну ты, кто первый? Виля, бравый, бравый Виля. А Долька уже в шторку запуталась, за шторки замоталась. Доля, дай Виле чуть-чуть, дай. Yes, кто первый?